минимальная пенсия, да? По суду, там ДТП у меня было, у меня вычитают 50%. Это максимум, больше не могут, 50%. А на что жить? Вопросов много. Мобильная приемная пользуется спросом. На одной площадке сразу ведут прием людей серебряного возраста, специалисты соцзащиты, медицинских учреждений и администрации округа. Я посмотрю. Скажите мне свой контактный телефон. Люди могут задать в одном месте, при этом в комфортном месте, задать любые интересующие их вопросы, получить ответы. Хорошее такое интересное мероприятие, где люди могут не просто еще пообщаться для пользы дела, а еще могут общаться между собой. Говорят о муниципальных и региональных мерах социальной поддержки. Так, например, у работающего пенсионера есть льготы. Например, каждый год можно оформлять дополнительный 14-дневный отпуск, но без заработной платы. Кстати, и работающие, и неработающие пожилые люди освобождаются от уплаты налога на имущество, но лишь на один объект недвижимости, будь то дом, квартира или гараж, не используемые в предпринимательской деятельности. Рассказали и о возможностях социального контракта, представляющего собой договор, заключенный между органом соцзащиты и нуждающимся в помощи гражданином. В документе прописывается, какая помощь оказывается, ее виды и размер, порядок получения мер поддержки, срок действия контракта, права и обязанности сторон. Какие же мероприятия, на которые можно направить этот социальный контракт? Это поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства и так называемые иные мероприятия в трудной жизненной ситуации. После выступлений гости задают вопросы спикерам, но уже в индивидуальном порядке. Расписание открывается на 2 недели вперед на плановый прием во вторник. Новое направление появилось в медицине – гериатрия. Появился и новый врач-гериатр, в сферу деятельности которого входит изучение, профилактика и лечение болезней людей именно преклонного возраста. Прием гериатра более полон. Он длится не менее 30 минут, поэтому большое внимание оказывается именно пациентам со стороны социальной. В соседнем помещении расположился пункт приема граждан с частной консультацией. Специалисту можно задать любой наболевший вопрос. Времени уделят столько, сколько нужно. Обратная связь тоже важна. Важно учесть все нюансы и пожелания к следующей встрече. Каждый раз, выбирая тематику работы мобильной приемной, мы ориентируемся на те злободневные вопросы, проблемы, которые интересуют жителей. Нам очень приятно, что все специалисты сегодня вышли в люди, к населению, и каждое направление дали хорошую консультацию нашим жителям. Татьяна Мигдаль, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».